Да будет чистота. Березняки совсем скоро присоединятся к осенней экологической проуборке. Это краевой проект, который стартует уже 8 сентября. Продлится он до 17 числа. В этот раз прибираться будем на территории рядом с Камским мостом между Березняками и Усольем. Место проведения субботника выбрали сами жители с помощью онлайн-голосования. Тем, кто решит присоединиться к полезной экологической акции, организатор, региональный оператор ПРО-ТКО, представит контейнеры для складирования мусора, мешки и перчатки. Собранные отходы увезут на полигоны. Краевой проект «Проуборка» в Березняках проводится уже во второй раз. Субботники пройдут во всех территориях региона. Муниципалитеты, где на уборку выйдет больше всего жителей, получат подарки. Также отметят и территории, на которых соберут наибольшее количество мусора.